все ваши кулинарные изыски. Вы, кстати, младший хулиганит. И с уверенностью могу сказать, лучший торт приготовила Савельева. Савельева, ну что за ес? Ты же девочка. Ты будущая жена, будущая мама. Вы же у меня как смолянки. Кто? Это было задолго до революции. Ключи от входной двери в подсобке при выходе на доске. Сигнализацию замкнешь шпилькой. На форточке сигналки нет. Жарко, им открывают. Ну что, поможем проветрить помещение? Да вообще не о чем. Давай, быстрее, быстрее, быстрее! Позволь, ты на шухер? Гляди там. Вообще ни о чем. Чем бы дитя не тешилось. Я пытаюсь понять, какие духи он нашим давал распространять. Кто давал? Жиган кинул моих девчонок на деньги. Нашла. Тихо! Тихо, с ума не сходи! С утра разгром увидят, сразу в сейф полезут. Ничего. Нас-то утром ищи-свищи. Дебил ты все-таки, мозоль. Слышь, малая, ща надухаю. Мозоль, ты точно дебил? Вали, 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 у нас меньше минуты. Давай быстрее. Пора бы уже считать по-другому. Чего? Че? На калькуляторе, что? Лап, этого мало. Всем всегда мало. Я тоже хочу больше. Первые пару раз понятно было, неясно, что получится. Но все срослось, а теперь, выходит, рискую только я. С чего? Ну, не ты же. Я первая лезу. Если что, вы сматываетесь, а я подставляюсь. Мы все пробиваем заранее. Там внутри вообще никого не должно быть. А мозоля сегодня ты сама вывела. Он улоханулся. Форточниц в городе раз-два и обчелся. Мне с полиции даже к ментам попадать не надо, и так догадываются. Короче, сколько ты хочешь? Треть. Всем поровну. Не, ну ладно, ну вот вообще ни о чем базар. Малая, может, ты сама будешь сейф тогда скрывать, а? Я свои деньги отрабатываю. Без меня вы никуда не попадете. Я же... К тому же еще и палюсь. Ладно. Благодарю. Лап, малая вообще ни о чем. Давай лучше эту возьмем. А?
рыжую. Эту жирную корову. Да она в форточку не пролезет. Конечно, ни о чем, но даже мурашки по коже. Детдомовская. И отчаянная. Такое денег не жалко. Доброе утро. Доброе. Надеюсь. Нашел что-то, капитан? Петрович, я бы на твоем месте с пенсионерской кошелкой с утра до ночи грибы собирал. Я рыбак, капитан. А я так и понял. Таш. Таш, подъем. Вставай, да. Ташка, подъем! Девчонки, я спала пару часов. Отможете меня, пожалуйста? Да ты с ума сошла? Директриса сейчас просто невменяемая. Она что, бывает вменяемая? Да говорят, на концерте будет наш главный спонсор. Вот она и бесится. Можно подумать, от одного концерта что зависит. Вставай. Подъем. А я вам кое-что принесла. В качестве компенсации от Жигана. Он что, сам передал? Да, да, сам. Я очень сильно извинялся. Я прям отказывалась. Да. А он же бежал за тобой прямо до ворот детдома. И все уговаривал, уговаривал. Таш, ну зачем? Попадешься ведь. А ты понюхай. Не поймешь, зачем. Обалдеть. Ну мог же, гад, просто рассчитаться, а? Так. Через 10 минут жду всех в актовом зале. Савельева, ко мне в кабинет. Живо. Не знаю, что она опять натворила. Новый следователь вами карты в руки. Здрасте. Садись. Ставлю вас наедине. А чему ты улыбаешься? Похвастаться чем-то хочешь? В смысле? Ты, девуля, мне глазки-то невинные не строй. Ночью парфюмерные обнесли. Твоя работа? Нет. Кто твои подельники? Сергей Петрович, какие подельники? Ты что, не понимаешь? Если хозяин магазина «Жиган» сам узнает, кто в окошко лез и двери открыл, тебе ведь мало не покажется. Сергей Петрович, я ошиблась один раз. Теперь при каждом ограблении вы во мне воры видите. Я, к сожалению, вижу в тебе твоих родителей. И поэтому ничего не вижу, что ты творишь. Скажи мне, а на кой черт ты себя с утра тремя духами обрызгала? Это... наш последний разговор на эту тему. Поняла? Угу. Все, иди с глаз моих. Сергей Петрович. Да. Даже ни о чем не спрашиваю. Главное, чтобы в колонию не загремело. Ну ведь хорошая же девчонка. И танцует, и поет, и вышивает, и готовит прекрасно. Ну, очень одаренная девочка. Да, во многих областях. Скажите, а прыжки в воду она забросила? Это да. Надо будет вместе постараться направить ее на путь истинный. Тамара Николаевна, а давайте вечерком сходим, ну, куда-нибудь, а?
Сергей Петрович, куда? Ну, куда, куда? В кино, например, или там концерт в парке послушать. Да какой концерт? У меня у самой концерт на носу завтра. Самазов обещал быть. О, ну, если Самазов, тогда, конечно. Тут уж без вариантов. И вы приходите в 7. Я буду очень рада. Я бы с удовольствием, но ко мне как раз в это время сестра приезжает из столицы. Так что вы уж извините. Очень жаль. Да, до свидания. До свидания. Снова не отпускали. Говорят, и так прогулов много. Миш, у меня для тебя подарок есть. Закрой глаза. Та-дам! Ух ты! Ага. Круто! Угу. А откуда дровишки? А оттуда, где нас уже нет. Подушись. Зачем? То есть как зачем? Для меня. Ну, Наташ, зачем же так много? Ну вот, теперь форму придется стирать. Только попробуй. А может, и вообще искупаться? Миш, стой! Миш! Миш, стой, я убью тебя! Здесь что-нибудь есть? Наташа! 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 О! Не боись, там никого нет. Так, Мишель. Я не понимаю, где мой шезлонг и крем от загара? На этих островах сгораешь в момент. Позови Дворецкого. Да. Дворецкий! Дворецкий! Где, черт возьми, моя сигара? И мой мохито. Миш? Миш. Что? Смотри. Ключ. Завести смеешь? Наташа, а пойдем отсюда, а? Миш, мы покатаемся полчаса, и все. Никто не заметит даже. Ну? Наташ, через полчаса нас здесь будет ждать уже группа захвата. Пойдем, говорю. А мы ее припаркуем у другого причала. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Или тебя в речном техникуме ничему не научили? Чего это ничему не научили? Научили. Во-первых, не припаркуем, а пришвартуем. А во-вторых, отдать швартовы. Есть, отдать швартовы. Thank you.
Ты будешь капитаном дальнего плавания. А я тебя дома ждать буду. И будет у нас двое детей, мальчик и девочка. А я готовить научусь. А то на одних тортиках мы долго не протянем. Да. Вряд ли. Что? Ты не веришь в мои кулинарные способности? Да я не об этом. А о чем? Для того, чтобы стать капитаном загранки, надо морскую академию закончить, а не этот вот занюханный речной техникум. Вот что ты за человек? Все мечты на корню испортил. Алло, Ань. Забыла, речу. Придумай что-нибудь. Наташ, стой. Чего? Я фуражку забыл. Черт с ней. Да это со мной потом черт будет. Слушай, мне надо бежать, мне там голову оторвет. Потому что сегодня генеральный, а завтра концерт. Понял, беги. Да? Люблю тебя. Зарится на самое святое. Я же просто покататься. Ну да, покатайте за мэра с ветерком. За кураж, васова крупных размерах. Паяет за свою лодочку, будь здоров, не волнуйся. Отпустите его! Так. Это я вас виновата, Наташа! Наташа, нет! Отпустите его! Это я его не поговорила! Не да правда! Это сумасшедшая, да Наташа! Да не думаешь же я! Она вам сейчас скажет, где мой шезлонг и мой крем от загара! Пакуй его! Позовите Дворецкого! Отойди! Поехали! Сойду, Наташка. Хоть вешайся. Мишенька, ты потерпи немножко, я что-нибудь придумаю, обещаю. Да что тут придумаешь? Вляпался. Безотцовщина. Сын алкоголички. Впаяют по полной. Морская академия. Кругосветка. Приплыли. Ты не один. Я с тобой. И мы вместе с этим справимся. Да что мы можем-то? Что? Да как ты не понимаешь, что это конец, все? Нет. Я тебя вытащу. Я тебе обещаю, что я тебя вытащу. У меня дороже тебя никого нет. Ты ведь это знаешь? Знаешь? Здравствуйте, это Тамара Николаевна. Спасибо. Мы только вас и ждем. Ну, это лишнее. В нашем интернате девочки получают не только полноценное образование. Важно то, что мы их готовим к роли будущих жен и матерей. А благодаря вам нам удалось открыть новые курсы по кулинарии, шитью, вязанию и компьютерные курсы.
Софья любитель жаловать. Справа Аня Степаненко. Она прекрасно рисует и увлекается психологией. Слева Ксюша Егорова. Она у нас компьютерный гений. Вообще очень спортивная девочка. Я что-то задержался у вас сегодня. Спасибо, что вы нас посетили. Всего хорошего. Всего хорошего. Поехали. Здорово, малая. Чего звала? Мне помощь ваша нужна. Мишка в тюрьме из-за меня. На его месте должен был быть я. Ну, а звали вообще не смешно. Че, малая, кинула нас? Сопляком на дело ходишь? Да не кинула я вас. Это вообще, это по глупости. Мы решили на яхте покататься, а яхта оказалась зама мэра. Ну и дура. Кто же на яхте? Помолчи. Че надо-то? В общем, я решила Мишке побег организовать. И как-то все складывается. На территории СИЗО есть контора, кованые решетки для окон. Ну, как на территории, там свой вход. Есть кто? Ну, есть такая контора, начальника СИЗО. А что земелька проставить, правда? Ну, так вот, между СИЗО и конторой этой, там заборчик несерьезный. А дальше надо все разведать. Ковыряться в замке перед воротами СИЗО немалая. Я не самоубийца. Да я сама пойду. Мне просто нужна помощь. Надо украсть ключи у работника этой конторы. Далеко не унесете, тяжелая. Жизнь заставила. А вы что, решили, что я воровка? Что вижу, что пою. Да я же ее специально поставила, чтобы лучше рассмотреть. Это ведь произведение искусства. Вот это? Да. Нет, это нет. Если хотите стоящий продукт увидеть, посмотрите сюда. Как вам это? Мы сами ее сделали. Разве здесь есть кто-то еще? Просто это шедевр. Очень. Вала, не отрава. Если ближе к делу, что вас интересует? А меня прям такая интересует. Только чуть поменьше, где-то 50 на 50. Не, малая, вообще ни о чем. Замок поменяй. Короче, тут близнеца делать надо. На, пригодится. Ключ от наручников. Валим. Доброе утро, Ленька. А, информация по Савельевой. Ее, правда, немного. 1991 года рождения. Родители не наркоманы, не алкоголики. От нее не отказывались. Погибли в результате несчастного случая. Взрыв газа в квартире. А девочка была на улице под присмотром соседки. Держите. Поэтому не пострадала. Родственников нет. Учится прилично, умненькая. Но, кажется, не в ладах с законом. Поговаривают, что промышляет форточницей с какой-то шпаной, но это непроверенная информация.
Да проверь. Проверим, просто не успели еще. А это кто? Это некий Михаил Бавыкин. С ним в последнее время встречается Наталья. Свободен? Вот это вот убрать, а этот отвинуть можно? Девушка, ну вы же сами говорили, что это шедевр. Да не поймите неправильно, это правда шедевр? Просто у нас кот Ерошка. Он любит корочку, лося, но жирненький. Не пролезет. Ой, девушка, у нас заготовки и стандарты. А это уже индивидуальная ювелирная работа. Плюс 30%. Сколько? 30%, говорю. Да пойдем отсюда, сеструха, найдем контору подешевле. Что мне голову морочите? Извините, денег больше у нас нет. Денег у них нет. Войдите. Не помешаю, Тамара Николаевна? Леонид Константинович, здравствуйте. Ну что вы, как вы можете помешать? Чай, кофе? Нет, спасибо. Я перейду сразу к делу. Я с удовольствием вас выслушаю. Как вы знаете, я человек неженатый, точнее, вдовец. Да, мы все очень сочувствуем вашей потере. Я не к этому. К сожалению, у меня не так много свободного времени, а фактически его нет. Ну, в смысле, на личную жизнь. Понимаю. Я помню, вы нахваливали своих воспитанниц как идеальных будущих жен и хозяек. Так зачем ходить далеко? А я сейчас не совсем понимаю. Во время концерта одна из девушек не оставила меня равнодушным. Она танцевала чечетку. Наташа, кажется. Савельева. Да, очень артистичная. Вот я и подумал. Но ей же всего 17 лет. Я понимаю вас. Но я готов уладить все формальности. Вы не переживайте. Я очень надеюсь на вашу помощь как педагога и наставницы. Девушки вас знают, вам доверяют. Вы в некотором роде для них как родная мать. Заботьтесь о них. Обеспечивайте всем и курсы, и компьютерные классы. Просто объясните ей, кто и откуда, что общение со мной откроет в ее жизни совершенно иные горизонты. А намерения мои самые что ни на есть серьезные. Леонид Константинович, просто все как-то очень неожиданно. Я не сомневаюсь, что у вас все получится. А со своей стороны я готов даже в большей степени поддерживать ваше заведение. Хорошо, я попробую. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Спасибо, девочки. С вами справилась я вдвое быстрее. Ну, Татьяна Григорьевна, с вас 5 пирожков. Да хоть 10. Досматривают все, будто мы террористы какие. У меня даже конфеты разрезали, хотя я уже все обертки поснимала. Бабыкину Михаилу. Я так старалась.
На что они теперь похожи? Товарищ капитан, вы тогда уже яблоки посмотрите. Вдруг там червячки-диверсанты. Две звезды — это товарищ лейтенант. Да? А моя мама называет папу мой товарищ капитан, а у него тоже две звезды. Лейтенант, иди обедай. Угу. Следующий. Колосенко. Я тебе передачку передала. Там пирожки, я их сама пекла. Ешь аккуратно. Хорошо? Хорошо. Тебе, кстати, Анюта и Ксюша привет передавали. Им тоже передавай. Обязательно. Как твоя мама? Она не приходила? Нет. Нам телефон домашний отключили за неуплату. А дверь она редко кому открывает. Поэтому, надеюсь, ей не сообщили. Да, наверное. А у нас же концерт в детдоме прошел. Очень хорошо, нас директриса хвалила. И было очень много камер, снимали нас на видео и на фото. Здорово. Да. Мишка, ты ничего не бойся. У тебя все получится. У нас все получится. Время. Выжди момент, когда тебя повезут в суд или поведут куда-нибудь. Толкай охранника и беги. Главное, не теряй ни секунды. Напротив выхода во двор есть баки с мусором. Там ты легко прилезешь на территорию конторы, кованые решетки для окон. Во дворе конторы есть канализационный люк. Спрячься туда и пережди, пока все не утихнет. А ночью ты сможешь выбраться. Ключ в пирожке открывает входные ворота этой конторы. Еще в пирожке есть ключи от наручников. Когда все получится, оставь записку в нашем тайнике, и я буду знать, когда мне прийти на наше место. Я очень тебя люблю. На весь детдом. Тамара Николаевна, он старый. Сядь. Глупости какие. Мужчина в самом расцвете сил. Да не он старый, это ты слишком молодая и глупая. Наташ, у него самые серьезные намерения. Да плевать мне, какие у него намерения. Мне он не нужен. Господи, Савельева, не усложняя и без того непростую ситуацию. Встретитесь, поговорите. В чем? Нам не о чем с ним говорить. Ты думаешь, мне все это по душе? Может, и по душе. Нет. Но ты о других девчонках подумай. От твоего поведения зависит наша каждодневная жизнь. Еда в столовой, одежда. Наташ, Мазов очень хороший, добрый человек. Присмотритесь друг к другу. Не волить тебя никто не будет. Хорошо. Но у меня два условия. Первое, я иду на свидание только один раз. Так. А второе, могу уходить и приходить из детдома, когда захочу. Что? В ближайшие две недели. Ладно. Будь по-твоему. Я могу идти? Угу. Иди.
А ну быстро в класс. Вас это всех тоже касается. Здравствуйте. Присаживайтесь. Я тут только потому, что меня Тамара Николаевна попросила. Заставила. Добрый день. Я просто рассчитывал, что вы согласитесь со мной разделить эту трапезу. Шампанского. И сразу дюжину устриц. Вы не против? Нет. Сегодня прилетели прямо из Британии. Угу. Вы любите устрицу? Да, наверное, не хуже гречки в нашей столовой. Я уверен, что не хуже. Ну-ка, колесенка, что открывает ключик из пирожка? Не слышу. А Британия – это Англия? Не совсем. Британия – это провинция во Франции. Но с Англией тоже связано. Точнее, Британия, Ирландия и Шотландия – это территория древних кельтов. Помните Тристана и Изольда? Ну, что-то слышала. Ну, романтическая, красивая история о любви, вдохновившая Шекспира написать «Ромео и Джульетта». Расскажите. Выводи. Шире шаг. Лицом к стене. Сэр! Ты что там возишься? Сейчас! Давай, давай быстрее! Знаете, я в Британии во время отлива собирал устрицы прямо с морского дна. У меня с собой был полиэтиленовый пакет и перочинный ножик. Я собирал их как грибы, вскрывал ножиком и ел свежайшими прямо на морском берегу. Сырыми? Сырыми. Любой гурман скажет, что так еще вкуснее. Делайте, как я. Андрей! Да, Леонид Константинович. Я тут уронил кое-что. Прибери, пожалуйста. Конечно, Леонид Константинович. Давай, давай, давай.
Пошли! Натягивает простынь на спящем. И кто-нибудь его будет и говорит, потолок падает. И тем временем опускается простынь. Он очень пугается. Ничего страшного. Мы в детстве с пацанами в лагере тоже так делали. Да? Мне пора. Да, конечно. Да, вот. Возьмите визитку. Вы не выбрасывайте. Вычеркнуть меня из своей жизни вы всегда успеете. Да. До свидания.